Заслуженному работнику сельского хозяйства России вручили премию главы Якутии. 90-летний юбилей отмечает кавалер ордена Ленина Парасковья Федорова. Свою трудовую деятельность она начала после окончания 7-летней школы в должности командира-инструктора по противовоздушной и химической обороне. Более 30 лет она возглавляла совхоз «Хатасский». Благодаря ее умелому руководству совхоз добился больших успехов. Парасковья Павловна, выйдя на пенсию, не перестала заниматься сельским хозяйством. Она пасет кур круглый год и является большим сторонником здорового образа жизни. Как отмечают друзья и коллеги, Парасковья Павловна является примером трудолюбия. Она у нас является новатором женщины, смелым, культурным, красивым, потому что она всегда подчеркивает, что 35 лет в одной работе работать, какой-то итог работы будет. И вот поэтому мы ее называем новатором. Она, чтобы добиться успеха своего совхоза, внедрила цеховую форму обслуживания, управления.